наконец-то впервые за 3 дня я могу выйти на прогулку. В Испании была Семана Санта, пасхальная целая неделя. И пятница, суббота, воскресенье и понедельник магазины были закрыты. И нельзя было выходить вообще, потому что одна из причин, почему можно выйти, это в магазин или в аптеку, или выгулять питомца. Питомца у меня нет, в магазин идти не могу, потому что они закрыты. Вот и приходилось сидеть. Причем очень серьезно подошли к вопросу, летали вертолеты все время. Наверное, столько вертолетов никогда в своей жизни не видела, туда-сюда летают. Патруль просматривает пляжи особенно, чтобы люди там вообще не появлялись. И я даже читала о том, что дроны запускали. Дронов не видела, но вертолеты таки, да, летали. И, конечно, дело не только в вертолетах как таковых, а в штрафах. И я прочитала интересную статистику, что с начала карантина арестовали и посадили в тюрьму 296 человек. И поступило 26 899 жалоб на людей, которые нарушают карантин, вот которые просто ходят по улице. Поэтому надо быть осмотрительными. Я сейчас стараюсь особо не останавливаться, а идти в магазин. Я и вправду иду в магазин. Поэтому, если меня остановят, я могу предъявить сумку. Здесь все ходят с такими покупными заранее сумками, очень удобными, чтобы носить продукты. Так что, если остановят, у меня есть причина. В маленьком поселке на западно-южном побережье острова Тенерифе называется Ля Арена, что переводится как песок, то есть название поселка по сути песок. Он очень маленький, но он полон отелей, и когда здесь сезон, здесь жизнь кипит. Сейчас никого нет. Поселок еще строится, больше места отделяется для отелей, а вот там внизу можно видеть маленькие банановые деревья. Возможно, это в будущем будет банановая плантация, но это под вопросом. А вот там виден остров Ля Гомера. Сезон на Канарских островах сорван. Уже прогнозируется снижение ВВП на 28% в 2020 году, потому что вместо 16 миллионов туристов, которые обычно ежегодно приезжают на Канарские острова, в этом году они как-то так подсчитали, что будет не более 3 миллионов. И фишка в том, что Канарские острова – это не внутренний туризм, это в основном иностранные туристы, 87% приезжают именно из-за границы Германии, Великобритании, страны Европы, да, в основном. Поэтому теперь, когда сезон сорван, теряется 12 миллиардов евро оборота, из них 3 миллиарда теряют отели, потому что в основном, конечно, здесь все туристы, которые приезжают, они останавливаются в отелях. Я сейчас остановилась в здании, которое называется как апартаментос, по сути, комплекс жилой. В основном там русские, очень мало испанской речи я слышу. Цены упали разительно. Если до этого здесь, на юге, вы не найдете даже там за 1000 евро в месяц никакую квартирку, даже однокомнатную студию, то сейчас вы можете снять за 500 евро, 600 хорошую однокомнатную студию, двухкомнатную, тоже замечательную, просторную, уже за 700 евро в месяц. То есть цены упали в 2 раза. И неизвестно, как в этом году, теперь, наверное, так и будет держаться до конца. Поэтому, если границы откроют, вы можете приехать и позволить себе классные апартаменты за вот где-то 700 евро. То, что раньше вы бы заплатили 1400-1500 евро в месяц. Отдельно расскажу, как я сюда добиралась, потому что сейчас же движение ограничено, да, ходит общественный транспорт, причем интересно, что платить наличкой нельзя, только пластиковыми карточками. А недавно я прочитала, что общественный транспорт, автобусы ходят вообще бесплатно, но нужна, тем не менее, эта пластиковая карточка, чтобы считывали, кто передвигается куда. И мне, чтобы добраться с того поселка, где я была, сюда, надо было вызывать такси. И очень интересно, если вы сидите в такси, вы должны сидеть по диагонали от водителя. Вы не можете сидеть сразу за креслом водителя.
такой интересный момент. А если вас двое, там двое взрослых, тогда вы должны заказывать такси шестиместное и сидеть по диагонали друг от друга, то есть в таком шахматном порядке. Водитель, один человек, второй человек. При этом дистанция в 2 метра или даже в 1.5, или даже в метр никак не сохраняется. Водители такси все в перчатках, в масках, бедняги так потеют. Я смотрела на своего водителя, у него руки прям под этими перчатками видно, что в сауне, но он их не снимал, потому что так обязывают правила. Плюс, конечно, есть патруль на дорогах. И что меня, скажем, неприятно удивило, что полиция останавливала очень много машин, даже если сидит один человек в своем частном автомобиле. Тем не менее, всех к обочине, проверяли машины, досматривали. Я не знаю, что они хотели, пытались найти. Это была просто пробка, бессмысленная. Но надо отдать должное, такси, автобусы полиция не трогает, те ездят в спокойном режиме. Я здесь тоже разок уже вызывала такси, именно в поселке решила пойти в супермаркет и сразу накупить много еды. И чтобы обратно не тащить, мне вызвали такси, попросила на кассе супермаркета. И для меня одной вызвали шестиместное такси, непонятно зачем, но тем не менее цена не отличалась. Когда вы садитесь в такси, сразу взимается 3,15 € на счетчике, видно 3,15 €. И затем, когда вы уже начинаете ехать, через там где-то пару километров начинают уже счетчик накручивать, поэтому проехать где-то 2-3 километра, это вам надо будет заплатить 4 €. Но удобно, можно оплатить карточкой, не только наличными. Ой, вы видели такое мороженое Kinder Joy? Интересный момент с водой питьевой. Здесь на островах, да, и как во всей Испании, вода из крана не питьевая. Хотя я уже в Канаде разбаловалась, там офигенная вода, очень вкусная, чистая, прям с крана течет. А здесь такого нет. И если до этого я была в поселке, где там была не проблема пойти там сразу много маленьких магазинчиков и купить эти бутыли по 8 литров, то здесь, где я вот нахожусь, нет таких маленьких магазинчиков, только большие супермаркеты. И я не знала, что мне с этим делать, потому что пить-то хочется, а таскать все время бутыли с супермаркета, который находится там 15 минут ходьбы от меня, ну как-то не в кайф. И я заказала доставку. Было очень интересно, потому что привезли на следующий день. Один бутыль в 8 литров стоит 1,55 €, и все. То есть за доставку не платишь. Ну, понятное дело, что заказываешь несколько бутылей, не просто один. Много таких вот заброшенных мини-гольфов. Канарские острова – острова кактусов. Столько разнообразнейших культур. Вот даже здесь я просто прохожу буквально 2 метра. И уже посмотрите на разное количество кактусов, видов. Со вчерашнего дня уже послабление карантина некое, строительные работы разрешаются. Вот мы видим, что везде строится. Но все, что касается отелей, ресторанов, конечно, все закрыто. Пошла в аптеку. Здесь, конечно, интересно так. Маски стоят по 6,50, 7 €. А парацетамол обыкновенный, который до этого стоил там 65 центов, теперь 3 € с лишним, практически 4. В общем, цены, да, повысились. При этом мало масок нет, перчаток нет, дезинфектора для рук нет. Хотя на днях я читала, что прибыл самолет прямо из Китая и привез 100 тысяч тестов на коронавирус. Это маски тоже сотни тысяч. И это все для местных больниц, потому что
На Тенерифе больше всего случаев заражения. Где-то около, на данный момент, когда я записываю это видео, начало апреля, всего там где-то 1300, что не так уж и много, если посмотреть по всей Испании. Другой остров, Гран-Канария, там до 500 случаев, и другие острова вообще очень минимально. Но, тем не менее, карантин в полном режиме, хотя на других вот поменьше островах уже больше недели вообще ни одного случая, а на Тенерифе за последние сутки было только 5 новых случаев заражения вирусом. Поэтому вроде как канарское правительство начало контактировать Мадрид, чтобы ослабили условия карантина, но непонятно, потому что Испания все еще боится новых пиков, поэтому пока все сидят дома. Есть разные спекуляции, почему в Тенерифе досталось больше всего коронавируса. Ну, во-первых, ясное дело, очень туристическое место. А что еще вроде как могло дать такой прирост по сравнению с другими островами? Это карнавал. А здесь в феврале, прям целый месяц, народ веселится и организовывают карнавал второй по величине после того, что происходит в Рио-де-Жанейро. Вы можете себе представить масштаб. Это просто огромный поток людей. Миллион приезжает, смотрят, люди готовятся целый год, создают эти костюмы. Я была на одном, скажем так, ответвлении этого карнавала в том городке, где я была. У них есть своя традиция, забег пьяных мужчин на каблуках, Los Tacones. Если будет у вас когда-то возможность, когда туризм возобновится, это надо видеть. Это, конечно, такая умора, не для слабонервных, я бы детям не показывала, хотя там было очень много детей испанских, которые это воспринимали спокойно. Ну что, что полураздетые мужики бегают, танцуют и скоробрезными шуточками разбрасываются. Ничего страшного. И говорят, что после этого карнавала, конечно, вирус мог распространиться больше, чем на других островах. Народ проще стал относиться к карантину. Если до этого все ходили в масках, обходили друг друга, то теперь я смотрю, народ выходит даже без перчаток. И спокойно уже не боятся заразиться. И я думаю, народ скоро уже просто с ума сойдет и будет выходить, особенно испанцы. Их держать дома в заперти без социального аспекта, это надолго, долго не продлится. Они даже вот с балконов и то начинают друг с другом общаться, играться. В супермаркетах цены повысились, не смертельно, но процентов на 20-30 есть рост. И при этом многие испанцы сейчас сидят дома. Поэтому, несмотря на то, что правительство обещает выплату, но если в США это $1200, то здесь я читала там буквально 200 евро. И то, если вы доказываете, что у вас вообще нет никакого дохода. Конечно, это еще не окончательно, там разные есть рассматривание разных ситуаций, там, если у вас есть дети, 400 евро и так далее. Но, тем не менее, это копейки для того, чтобы вот пойти в магазин. Идешь в магазин, ничего не покупаешь, как минимум 20-30 евро. Поэтому я не знаю, как испанцы будут выживать. Продлили до 26 апреля сейчас официально. Будут продлевать, ходят слухи, что до 10 мая. И затем выход из карантина будет постепенный. Сначала будут разрешать выгуливать детей. Я говорю выгуливать, потому что это прикол. Собак выгуливать можно, а дети пусть сидят в заперти. Тяжело, представьте, с маленьким ребенком днями сидеть. Я хотя сама не знаю, но у меня есть знакомые, которые вот сейчас таким образом сходят с ума по чуть-чуть. Собак, да, выгуливают регулярно и с удовольствием все. Но у меня нет собак, и сейчас найти где-то собаку будет проблема, на них спрос. Спасибо за просмотр этого несколько сумбурного блога, потому что я просто ходила, показывала вам то, что я вижу, и давала свои комментарии. Главное не болеть, а все остальное мы преодолеем.
спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк, комментируйте. Мне очень интересно узнать ваше мнение насчет того, что происходит. И до новых встреч! Хотите увидеть кое-что отвратительное, даже если не хотите? Вуаля! Испанские крупняшки!